Салика Продакшн Студио. Обожаю эту песню. Да, я чувствую. Обожаешь песню, аж истерика. Это после корпоратива. Тебя, я знаю. Короче, вот эта шестопалова Вика гуляла на корпоративе 3 дня назад, десятипалова. И там, видать, отравилась печеньками 40-градусными. И вся ее компания. И не могут отойти уже много дней. И вот она пришла через 3 дня. Я бы давно отлежался уже в таком трагическом состоянии. И когда она узнала, что я дал ей песню «Скрип колеса», а не «Скрипка, дефис леса», ей стало плохо, и она стала истерически смеяться. Поэтому после урока я вызываю санитаров, и Виктория Шестопалова отправляется на 32-й квартал в психоневрологический диспансер имени, кого-нибудь, короче. А теперь давай. Мила! И смотри. А понад водою туман расстилается. Спой. Давай. Не, красиво. А понад водою туман расстилается. Ну все, одну только фразу давай. А понад водою туман расстилается. А что ты сразу стала растягивать, затягивать? Есть же скорость, да? Раз, два. А понад водою туман расстилается. Дальше. Стынет авто. Смелее. Стынет. Давай сделаем, Саша, ты чисто. Давай сделаем, как ты чисто поешь, ладно? Стынет авто. Давай. Стынет авто. А понад водою туман расстилается. Стынет авто. Снова в дальний путь с утра собирается. Запомнить. Значит, смотри. Снова в дальний путь с утра собирается. Давай. Снова в дальний путь с утра собирается. Еще раз. Снова в дальний путь с утра собирается. Цирк Шапито. Не точно, да? Снова в дальний путь с утра собирается. Все. Давай. Снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Цирк Шапито. Давай. Цирк Шапито. Робко по полям от взглядов хоронится, ломится в дверь. Встаешь. Робко по полям от взглядов хоронится. Вот, давай. Робко по полям от взглядов хоронится, ломится в дверь. Точнее, занизила дверь. Еще, нет, смотри. Дверь. Давай. Ломится в дверь. Вот. Наша расстилается, стынет авто. Снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. Снова в дальний путь с утра собирается цирк Шапито. А ты говоришь, цирк Шапито, ты вот так поешь. Цирк Шапито. Все же очень точно и понятно, да? Раненый зверь. Вот теперь. Скрип колеса. Достала, обалдеть, нет, вниз не спускай. Кого достала? Достала вас? Песню, да, и меня тут. Но тут и достала, а она должна прозвучать, у тебя классно. Ты просто прямо вот так сделала, да? Скрип колеса! Ты аж вот так, как ты знаешь, вот сделала, да? А здесь нужно, чтобы это не было громко, но в то же время, чтобы
и тихо не было, понимаешь? Как это сделать? Чтобы ты как будто бы в себя должна увести, то есть нежно это спеть. А ты поешь скрипка, леса, са! Видишь, разница, я пою, да, какая? Я могу и так, как ты, а могу и вот как надо. Скрипка, леса, са! Лужи, грязь, дорог, а потом уже скрипка, леса, лужи, грязь, дорог. То есть я нигде не орал, понимаешь, в чем дело? Скрип колеса. Смотри, вот ты, значит, чуть-чуть отводишь микрофон, да? И когда ты са вот это поешь, да, значит, открыла гортань, да? Не, ну, в смысле, вот так вот растянула. Са! И дыхание. Раз вот сюда. Са! И как будто из себя выжимаешь его. Тогда у тебя не будет громко. А ты сейчас начала осторожничать, у тебя падать нота начала, понимаешь? А нет, нужно быть уверенной, что ты эту ноту возьмешь, но правильно поставить дыхание. Опора. Да, опора должна быть, да, но, знаешь, ощущение, как будто ты вот так выталкиваешь его. А-а-а! Видишь? А-а-а! Я же не громко пою, но я свои, я не фальцетом пою. А могу а-а-а! Спеть, разница большая. Я хочу, чтобы ты а-а-а! Скрип колеса! Спела.